Давай! Ни хрена, это колесо-то бодается! Тихо! А где тормоза-то? Погоди, тормоза не нужны! Ладно, пофиг, пляшем. Блин, я избил микрофон, извините. Твою мышь, меня обогнали. Где я? Ладно, все нормально, тихо, не сюда. А вы что тут раскорячились-то посреди дороги, блин? Ладно, нормально, я проехал. Тихо, никто не поворачивает. Так, хорошо. Пролетели. Привет, у нас сегодня с вами рекламно-игровой видосик по новой игровой гарнитуре PXN V10. В состав гарнитуры входит само рулевое колесо, коробка переключения передач и педали, сцепление тормоз-газ. Сам руль является гоночным рулем PXN первого поколения с силовой обратной связью, крутящий момент 3,2 ньютон-метра. Поддерживаемыми платформами в данный момент являются ПК, Windows 7, 8, 10, 11, 4-я плойка, Xbox One и Xbox Series X и S. Прочность пружины и угол наклона педалей можно регулировать. Для удобства использования данного девайса можно скачать приложение на мобильный телефон, а можно забить на все и настраивать гарнитуру просто из игры. Главное воткнуть ее в розетку, подключить через USB на комп и запустить игру. Все, никаких драйверов там больше ставить не надо. Для всех желающих приобрести данную штуку, в описании видео есть ссылка на AliExpress, а также там вы найдете промокод. На данный момент при использовании этого промокода можно получить скидку в $60. Что касается моих собственных ощущений от этой гарнитуры, могу сказать следующее. Во-первых, с одной стороны, очень кайфово на самом деле то, что это колесо вибрирует, там передает тебе и движок, так сказать, вибрации двигателя в колесо и дорогу. И уж тем более всякие кочки, столкновения и так далее. Это очень кайфово с позиции игрока, но это очень сильно напрягает с позиции человека, который записывает видео. Потому что если у вас, например, пантограф с микрофоном и руль установлены на одной столешнице, то будьте уверены, вибрация от руля настолько сильная, что в любом случае передастся вам в микрофон. Даже если микрофон висит на пауке. Но и гарнитура, это получается, она сразу на трех уровнях. Педали лежат на полу. Коробка переключения передачи желательно где-то рядом с собой под правой рукой держать, ну и руль уже на столе. Если на стол руль, например, поставить не проблема, там просто его кинул сверху двумя зажимами и шестигранником прикрутил, все, готово, он стоит намертво, никуда не едет. То вот с КПП, например, и с педалями уже могут возникнуть проблемы. Мне, например, из-за поверхности пола педали вообще пришлось подпирать с другой стороны 10-килограммовыми блинами для жима. Тогда они перестали уезжать. Это при условии, что сила нажатия на педали для меня, по крайней мере, была комфортной, я не хотел ее снижать вообще. Само рулевое колесо показалось как-то, ну, совсем маленьким. Хотя, опять же, у меня не было никакого совершенно опыта с другими гарнитурами раньше. Но после настоящих машин это, мягко говоря, непривычно. Ну и что касается коробки передач. Ее тоже нужно поставить на что-то такое прям прочное, тяжелое, что никуда от вас не уедет. Рычаг сам по себе переключается довольно легко, но в пылу игры, особенно в какой-нибудь гоночной игре, можно даже не заметить, не проконтролировать себя, свою силу и переключить передачу как-нибудь так мощно, сильно, быстро. И тогда, понятное дело, лучше бы вашей коробке быть хорошо закрепленной, иначе она улетит. Но во всем остальном, конечно, да, штука кайфовая, особенно когда это новизна ощущений. Как я уже говорил, у меня не было опыта раньше с другими гарнитурами. Впервые вообще сел за такое рулевое колесо игровое. В принципе, все эмоции записаны на камеру. Приятного просмотра. Так, ладно, я все наживил, настало время испытать эту штуку. Единственное, еще поедем мы с вами сейчас, скорее всего, без коробки передач, потому что даже руль... Он уже охрененно непривычен, на самом деле, я впервые в жизни вообще с такой штукой играю, но сейчас посмотрим, короче говоря, как пойдет. Он на самом деле после включения резко стал тугим, прям по-настоящему тугим, то есть присутствует и возврат руля, короче говоря, и вообще прям все. Поехали, карьера, тут вообще у меня все по нулям, давненько меня не было во Врикфесте. Начинаем мы с вами гонку, сейчас по ходу дела буду сильно материться, так, допустим, да. Будут левые звуки, стопудово будут всякие левые. Да, поехали на этой машине, потому что педали здесь, и педали, и руль, и как бы все. Давай! Ни хрена, это колесо-то бодается! Оно натурально бодается, как будто каждую кочку считает. Тихо. Так, отлично, нормально, смотри, в сторону заноса выправился, хорошо как. Оно просто пытается вырваться из рук. Какая. Тихо. А где тормоза-то? Погоди, тормоза не нужны. Ладно, пофиг, пляшем. Блин, я избил микрофон, извините. Твою мышь, меня обогнали. Где я? Ладно, все нормально, тихо, не сюда. Блин, куда? Тихо, назад.
Давай вперед. Да не так вперед, вот так вперед. Да хватит меня там бодать, зараза! Да ты че, охренеешь сразу? С такой игры в мир игровых гарнитур таких колесных вникать. Да поверни ты! У меня такое ощущение, что я зря запустил в Рэквест. Блин, у меня вебка ходуном ходит, шатается от... Ёптер ты! Тихо! Ну, китайцы, блин, придумали, тихо! Оп, нормально. Да капец, все. Я на 15-м месте иду. На 15-м, Карл, я никогда во Врэкфесте не был на 15-м месте. Когда я играл с клавомыши, по крайней мере. Да ну нахрен, я не буду, короче, никуда торопиться. Я так спокойно на чили поеду. Как будто не это самое, как будто я никуда не тороплюсь, как будто все нормально. Мне привыкнуть сначала к этому колесу надо. Какие гонки, ты чего? У меня машина уже избита, правда, состояние машины закрыта вебкой. О, привет всем на обочине, да. Здравствуйте, люди, здравствуйте. Да, блин. Это капец. Это охренеть какой капец. Я в этот... На, паскуда. Блин, не успел догнать его. Ай-яй-яй-яй, погоди, надо его догнать, короче. Победитель, он еще и победитель. Я тебе еще дам, короче, победитель. Я тебя догоню, короче. Ты у меня... На одной раме доедешь до конца этого круга, блин! Я сам вообще никуда. Нахрен. Я, короче, приехал. Эй, руль сам живет свою жизнь. Он, кстати, смотри. Он застревает. Застревает, отрабатывает, как попало, крутится. То есть прям вслед за колесами. Мне кажется... Охренеть, я его еле поймал сейчас. Мне кажется, очень... Одной рукой его крутить, кстати, невозможно, нереально. Вообще. Но можно наверняка там в настройках, опять же, поставить там всякое сопротивление руля, чувствительность и тыры-пыры. Но вот с этой настройкой я его еле-еле кручу одной рукой. Это реально тяжело. О-о-о, капец. Жесть. Просто жесть. Я избил микрофон и фильтр с него сбил. Вообще все, извиняюсь. Что-то, короче, на эмоциях понеслось. Погоди, давай попробуем трассу попроще. Арена разрушения. 100% грязь на поверхности. Поехали, короче говоря, посмотрим, что это. Не исключено, что здесь мне не придется играть от ловкости. Можно будет просто топить тапку в пол и выигрывать за счет прочности машины. Тогда у меня еще какие-то шансы есть сейчас. В мой первый раз, так сказать, так волнительно. Так, я, кажется, смену вида поставил на какую кнопку? Да, правильно, это машина, поехали. А, да. Вперед! Я извиняюсь, я опять точил микрофон, но это будет сегодня постоянно. На, нахрен! Не, ну такая-то гонка, да, это проще. Главное, бочину свою не подставлять, и все. Это не гонка, это избивалка. Эй, это у меня там что? У меня запчасти уже сквозь крышку капота пытаются просочиться. Так, погоди. Давай попробуем еще поспокойнее. Давайте попробуем American Truck Simulator. Вот сейчас поедем на ручнике. Вроде как настроил, смотри, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и, соответственно, задний ход. Вот он. Замечательно. Я сейчас, короче говоря, скорее всего, буду сильно материться, но, по-моему, оно того стоит. Как думаете? Так, и... Настройка у нас с вами завершена. Поехали. Сейчас будет, короче говоря, страдание. Единственное, что тут на самом деле один очень короткий, неудобный и необычный шнур, как витая пара, он, блин, он вообще прям мешает. Его он короткий, его никуда не денешь. Так. Ага, газ поддает нормально. Так, давай-ка сразу заднюю передачку заценим. Работает. Еще он стояночный тормоз. Погоди, ну да. О, блин, как круто! А здесь... Так, сцепление отпускаем потихонечку. Прикольно.
Не вижу, правда, низги там, но вроде как нормально едем там, судя по зеркалу. Ага, так, погоди, стой, тормать. Все, я на первой передаче, короче, тормоз нажал, погоди, я теряюсь, блин. У меня нормальный стаж вождения, у меня есть права, я водил машину на механике, и все нормально. А сейчас я в игре сижу, просто теряюсь нахрен, погоди, я еще с этой передачи не снялся туда же. Давай, давай, машина. Так, отлично. На нейтралке. Тихо, погоди. Стой. Поехали, блин. Поехали. О, я сегодня, короче. Здесь еще проблема заключается в том, что педали от меня пытаются убежать. Может быть, конечно, стоило как-нибудь их там покрепче зафиксировать на полу. Блин, ребята, это так необычно. Че я, короче, движок-то насилую на максимуме оборотов фигачу? Как-то очень странно ведет себя машина, погоди. А, ну правильно, машина умная, а я-то дурак. Тихо. Да включи, блин. Ой, я слышу это сцепление. Так, я на красный поехал, ну ладно, я думаю, никто не обидится. Да свалите нахрен, я учусь, я, блин. Не видите, что ли, этот значок ученика? Тихо-то. Короче, зафиксировать было негде коробку переключения передач. И я ее просто прихерачил на табуретку, короче. И сейчас табуретка от меня немного уехала. Вместе с этой коробкой я поймать пытаюсь. И педали от меня по полу убегают. Один только руль сидит на месте и дрожит от ужаса. Ладно, все нормально, тихо, не кричи. Так, цепушечку выжили, притормозили. Давай на нейтралочку. Все, все, я приехал. Инструктор, скажите, я сдал экзамен? Ладно, давай спокойненько. Так, тормозим. Ага, берем груз. А сейчас мы еще с грузом поедем. А ты что думаешь-то? Так, прямые перевозки. Я сейчас в офлайне сижу, не в онлайне. А, экскаватор-погрузчик 7 тонн везти в Калифорнию. Один этот. 28 евро. Поехали, что? Прицеп готов, ждет вас на этой самой площадке. Ладно, поехали. Да, поехали, на нейтралке поехали, конечно, как же. Я единственное, что не настроил, это всякие себе повороты головы. Поэтому сейчас пока что буду отчасти мышкой, отчасти вот так. Погоди, а мне... Блин, не к этому получается. Ладно, сейчас вывернем. Поехали. Так, что у нас здесь? Ой, блин, я сейчас еще, короче, хватать этот прицеп буду пытаться. Слушай, а как я поеду? Ладно, доедем как-нибудь. Ну, правильно. Заглох опять, задумался, короче, так, включаем. Так, давай-ка заднюю передачку и потихонечку поползли назад. Ой, ребята, это, короче... Он реально со мной руль еще дерется сидит, ты прикинь? Крайне забавная фигня. На самом деле, я всегда хотел себе купить руль, но как-то всегда это казалось чем-то, знаешь, таким, что... Ну, конечно, прикольно было бы, если бы он был, но, блин, как-то денег на это жалко. Так, погоди, все, мы приехали. Я не ту, я нажал, я заглушил. Все. Так. Так, все, мы едем, я так понимаю. Ю. Да, мы едем, отлично. Штука-то такая веселая. Никого ни в коем случае не агитирую ничего покупать. Опять же, ребята, вы знаете все мои рекламные видосы. Сколько их было на канале. Я никогда, в принципе, вообще не рекламирую ничего такого, чем не стал бы пользоваться сам. Это касается игр, это касается и железа. Ну, опять же, кто на канале давно, тот знает.
А что там слева, справа? А какая разница? Ладно, есть там кто, нет там кого слева, справа. Я большой, железный. Мысли любого идиота на дороге на самом деле очень плохо. Сейчас мы с вами попытаемся разогнаться. Вместе с этими 7-тонными. Ах ты, блин, вот оно, что оказывается. Мне, короче, прикинь, мне по ходу дела этого ручника просто не хватило этой КПП ручной. А сейчас, короче, нормально. Я ее поставил на секвентальное переключение чисто двумя кнопками. 14-ю, блин, уже включаю, только на этой оно более-менее пошло. Да ты пипец, прикалываешься, что ли? Погоди, а сколько тебя тут вообще? 100? 18, ясно. Ладно, тогда спокойненько едем. Оказывается, все нормально. Короче, все было путем, надо было только это. Не бросать, грубо говоря, все предыдущие попытки. Ну ладно, попробуем так доехать. Не, в эту-то игру, понятное дело, намного проще играть, чем в эти вот врагфесты, где ты просто охреневаешь от происходящего вокруг и охреневаешь от того, что у тебя какое-то самое новое устройство, которое просто пытается от тебя убежать. Тихо, погоди, спокойно. Кайфово здесь. Движок отдает. Блин, я очень надеюсь, что нет сильной вибрации в микрофон сейчас, потому что движок отдает обратно в руль. Руль вибрирует по столу, к столу прикрепленный микрофон. И дорога тоже вибрации в руле ощущается. С точки зрения геймплея это очень прикольно. С точки зрения записи видео это очень сильно напрягает. Я боюсь, что у вас сейчас много лишнего шума. Если это так, то извините. Я на следующий раз, может быть, микрофон тогда просто отдельно как-нибудь поставлю на стойку, не на столешницу. На нахрен! Блин! Не, ну да, в эту-то игру на самом деле намного проще играть, чем вот во WarQuest. Да и так можно ехать, просто чилить. Задуматься о чем-то, о своем, о вечном, включить музычку, стать соучастником ДТП, судя по всему. А вы что тут раскорячились-то посреди дороги, блин? Ладно, нормально, я проехал. Тихо, никто не поворачивает! Так, хорошо. Пролетели. Только расслабился на секунду и сразу на себе. Ладно, поддаем газу. Неспокойно, едем дальше. Вот я не знаю, как я парковаться буду. Я, наверное, просто не буду парковаться. Боже, посмотрите на микрофон, он с ума сходит. Это не микрофон, а какой-то вибратор теперь. Да. Ну ладно, я поеду, доставлю все же этот груз. Думаю, у нас все будет путем. Я, наверное, потом, когда закончу запись видоса, спокойно откинусь в кресле, ноги подальше вытяну, наверное, включу какую-нибудь такую подсудную для Ютуба музыку. Точно, альбом Арии Дальнобойщиков включу из игры Дальнобойщики 2. И просто спокойно, ни о чем не парясь, поеду. Укачу в закат под приятную музыку. И это будет здорово. Но сначала надо доставить груз. Поехали. С одной стороны, очень прикольно то, что с рулем постоянно приходится бодаться. Он машину вон то влево, то вправо кидает. С другой стороны, вот это вот влево-вправо, оно, ну, слишком уж равномерное. Идеально равномерное, я бы сказал. Такое ощущение, как вот ты на какой-то лодочке такой скажешь волнами. Идущие, причем совершенно равномерными волнами. Это немножко руинит атмосферу, так сказать, потому что таких идеальных дорог не бывает. Она вот, обратите внимание на руль, как он идет. Ну-ка, если я его отпущу. Воу, не психуй. Смотрите, сейчас на ровную выйдем, я еще раз отпущу руль. Сейчас я его постоянно контролирую, чтобы машина никуда не ускакала. Отпускаю. Вот так вот. Так, хорошо, нормально живем. Тихо. Тут что-то народу внезапно много на дороге. Я, короче, еще выскочил такой и несусь вообще не там, где должен бы. Но меня это сейчас, если честно, мало волнует. Я не на сервере, так что... Да, в принципе, когда я играю в онлайне, в ETS или в ATS, меня это тоже мало волнует, если только игроков поблизости нет. Чего уж тут, если уж правде в глаза. Да и, блин, кто из нас стоит на красном, когда перекресток совершенно пустой в играх?
В жизни надо стоять, в жизни можно что-то не увидеть, и одна небольшая невнимательность может стоить жизни этой самой, кому угодно, и вам в том числе. Поэтому в жизни надо, даже когда кажется, что вокруг никого. А в игре-то, господи, что там? Красный, никого нет, поехал. Зеленый или красный, кто-то есть, тоже поехал, если думаешь, что проскочишь. Потом бан на сервере, короче, и до свидания. Поиграл здорово, спасибо. Но у меня вроде пока что все нормально, так что тапку в пол и несемся. Вот сейчас только что сменилось дорожное покрытие, и вибрация, опять же, совершенно одна и та же осталась, что здесь, что там. Но это, опять же, уже от игры наверняка за... А, погоди, вибрация поменялась. А, нет, это она просто от поворота поменялась. Ты куда так лезешь-то, дурак? Нормальный такой взял, просто выскочил мне на это самое. Видишь же, что, блин, несется фура ненормальная, короче. Погоди, а мне сюда, что ли? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ни хрена у меня тормоза как круто работают. С каких-то пор, погоди. Я, судя по всему, уже приехал. Мать. Так, вытаскиваем жопу. Давай. Постоим, дадим парням проехать. И спокойно за рулем. Так. Я не хочу парковаться на этой штуке. Но я попробую. По крайней мере, хотя бы этот пункт. Давай. Подтвердить. Я попробую. Давай, я должен. Не сдаваться же просто так, потому что страшно. Правильно, правильно. Поэтому сейчас мы аккуратненько за рулем. Мне куда получается? Мне сюда получается. Сейчас надо ближе тогда к этим взять. Ага. Ага, вот теперь сюда. И вот как-то так. Еще вперед. Еще вперед. Блин, еще вперед, да? Да! Все, нормально. Все, заберите этот прицеп, короче. Блин, не ту Е нажал опять. Фух, я свободен. Удовлетворительно. Да ладно, отлично, надо ставить за такой рейс. Ты че? Мне так страшно было. Что там по текущим предложениям заказов? Это все? Да, блин, без подключенного этого профиля грузов вообще нифига нет. Ну ладно, не суть. Я думаю, мы с вами с этой штукой еще покатаемся в ближайшем будущем. Как я уже говорил, руль мне этот подарили, грубо говоря, за видоси. Поэтому он остается у меня для других игр. Многие предлагали там разные Forza Horizon и вот всякие такие игры, в которых нужно овер до хрена реакции. Вы же понимаете, как я буду страдать со своим опытом на данный момент игры вот за такой штукой. Но раз вам хочется, я попробую. Но уже в следующих видосах. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.